Дольче Витик. Привет, мои хорошие, с вами Дольче Вита. Снова, как и обещала, вторая часть про покупки из Италии. И сразу хочу поблагодарить вас всех за ваши такие добрые, теплые комментарии. Очень спасибо вам огромное. Многие пишут, что я вдохновляю. Спасибо за комплименты. Вот, в общем, мне очень приятно разделять с вами вот эти минутки, эту видеозапись, как с моими подружками. Вот, возможно, и есть и мальчишки, скажем тогда, уже это виртуальные друзья, в любом случае, мои зрители. Спасибо вам огромное. И так, начну. Сразу отвечу на два вопроса. Часто, достаточно часто у меня спрашивают зрительницы, и в Инстаграме спрашивали девочки, вот буквально под последним видео, чем я отбеливаю зубы. Девочки, мальчики, никогда в жизни я не отбеливала свои зубы и, честно говоря, не собираюсь, потому что я человек, который не прибегает ни к каким, вот, сказать так, улучшениям в плане чего-либо, если только натуральным способом, да? То есть, если, допустим, мне надо сделать пресс, я буду усиленно работать, я буду правильно питаться, и я его сделаю, да? Но я не буду делать никакие там, я не знаю, вот всякие аппаратные косметологии, это не про меня. То же самое, сейчас кашлять захочу, нет, слава богу, нет. То же самое с зубами. Многие, очень многие сегодня отбеливают, да, есть программы, когда за один визит к стоматологу можно отдать приличную сумму денег, отбелить зубы, да, буквально, вернее, на 2, иногда на 3 тона, сделать их практически там цвета, скажем так, кафеля, да. Во-первых, мне это не нравится, это выглядит ненатурально. Вот, но, во-вторых, я, наверное, у меня нет такой необходимости. Но что я вам хочу сказать? Да, то есть это моя эмаль, к чему я это веду. И что я не делала, и не буду делать еще, потому что я боюсь всего этого. Вот так же, как боюсь всяких уколов, там, то есть не то, что я боюсь. Да, я подсознательно не хочу в свое лицо ничего колоть. Может быть, лучше я в 50 там, или в 60 сделаю подтяжку, я не зарекаюсь. Хотя, опять же, это наркоз, и, наверное, это еще более такой стресс для организма, да. Но вот вкалывать что-то нет, это не по мне, девочки. Я не тот человек, я об этом уже говорила. Мне вот 40 лет, и я ничего не делала и не планирую. Это что касается зубов. Вот. Но я могу просто посоветовать пасту, которой я пользуюсь сегодня. Это паста Сплат, черная паста. И вторая паста, так как все-таки Сплат идет на отбеливание, там бережное отбеливание и никакой чувствительности, эта паста мне не создает вообще никакой. Я еще периодически, где-то раз-два в неделю пользуюсь Локолют Sensitive. Лучше даже, если это будет Локолют Extra Sensitive. И эту же пасту, вот эту Extra Sensitive, в общем, экстра чувствительная, да, именно Локолют я посоветую, если у вас реально есть чувствительность у зубов. Снимают моментально. Хороший продукт. Также очень отлично действует, если есть проблемы с дёснами, пародонтоз, пародонтит, вот это вот все, это тоже я советовала своим итальянским друзьям, у которых реальная проблема у знакомого была, то есть вообще кровь просто, не хлестала, и местные, я рассказывала, по-моему, это местные, стоматолог местный ничего не мог сделать, выписывал какую-то, грубо говоря, ерунду, да, какие-то поласкиватели, то есть итальянский стоматолог, я не знаю, честно говоря, в общем, везде врачи плюс-минус одинаково, все зависит от человека, вы же сами прекрасно понимаете, вот. И я просто советовала, говорю, возьми Локолют, твердила, наверное, недели 3. И в конце, на четвертую неделю, спустя месяц человек взял, и через 2 дня уже не было этой проблемы. Поэтому Локолют Актив, это если у вас проблема с дёснами. Конечно, эту проблему надо решать не только пастой, потому что Локолют профессиональная паста, и как мы знаем, как профессиональными шампунями постоянно пользоваться нельзя, также и профессиональными пастами тоже, да? Вот.
Но я советую, если есть такая проблема, если вы чистите зубы, у вас идет кровь, либо там, не дай бог, вообще в течение дня, там, когда вы кушаете, когда, то, конечно же, локолют актив. Если есть чувствительность, локолют сенситив, экстра сенситив, здравствуй, собачка, начинается. Ничего не могу поделать, мой хороший, ее оставляют одну, она соседи, и она начинает лаять, вот. Ну, что поделаешь. И моя паста сегодняшняя, это сплав черная. Она, ну, якобы отбеливает зубы, но я не заметила никакой разницы. И мне просто нравится черный цвет, мне нравится ее консистенция, аромат. Вот ей пока я пользуюсь. Это что касается зубов. А теперь перейдем к покупочкам. Вещи я оставлю на потом. Сразу вам покажу два продукта. Так, один вы у меня уже видели, вернее их два. Просто хочу сказать, что вот я использовала этот и купила еще раз. Это крем под глаза от Estee Lauder. По-моему, это новый. Нет, это старый. Это старый, это новый. В общем, это крем антиэйджинг. Бальзам такой, знаете, это крем, но он настолько легкой консистенции. От Estee Lauder. Мне очень нравится. Сейчас я сделаю таппинг. А потом открою, вам покажу. Уже я показывала этот крем. И еще раз я его купила. Потому что, девочки, я очень им осталась довольна. Легкая текстура, моментальное впитывание, увлажнение. Не знаю, такой хороший. Ну, в общем, мне нравится, я довольна. И очень приятный запах. Не сильный, нет сильной отдушки. Но есть легкий такой вот ненавязчивый, приятный парфюмированный запах. Это новое. Он стоит 59 евро, да, ну, duty free. Вот я буквально вчера закончила, и сейчас открою следующую. Хватило мне на, если я покупала в феврале, ну, считайте, февраль, март, апрель, май, 4 месяца. Но, мои хорошие, я не пользуюсь 2 раза в день, я лентяй, я пользуюсь 1 раз только утром. Вот, поэтому, если вы будете пользоваться 2 раза в день, вам хватит, ну, на 2,5 месяца. Ну, стандартно, да, смотря кто сколько. Я не жалею, я хорошо такую область вокруг глаз, вот сюда вот захожу последнее время, то есть я не совсем вот только здесь, да, я вот хорошо так вот, ну, мне очень нравится, вот. Очень нежный, такой совсем нежный цветочный запах, потому что я вот подходила и к Ланкому. Ланком, во-первых, мне не понравилась консистенция, такой крем жирный, я знаю, жирный крем, может быть, у кого там сухая кожа подойдет лучше, но я знаю, что такое жирный крем. А потом остаются вот катышки эти. Напишите, если у вас так. Всегда эти катышки, даже если не наносишь косметику. Не говоря уже о том, если вы наносите под глаза там или консилер. Или, например, в последнее время консилер не наношу. Немножечко капельку тонального крема. Так как на все лицо тональный я не наношу, только под глаза. Немножечко вот. Поэтому, девочки, всем, кому, ну, наверное, за 30-35, я бы посоветовала его. Мне очень нравится. Ну вот, его мне хватило практически на 3 месяца. Но, еще раз повторюсь, я только, так как я по-итальянски, это называется пигра, лентяй, в этом плане, ну, такой я человек, и ничего не могу с собой поделать. Не люблю я уход, как бы странно это ни звучало, вот. Не тот я, не та женщина, девушка и так далее, которая вот будет уповаться кременьками, знаете, сыворотками. Не знаю, девчонки, я все равно знаю, что главное это генетика и то, что мы кушаем, как мы спим, стрессуем мы, да, наш образ жизни. Это самое главное, это второстепенное. Но вот этот продукт Estee Lauder Global Anti-Aging, вот этот вот, я вам порекомендую. Это, как это называется у нас по-русски? Господи, хайлайтер. Dandelion, одуванчик, Twinkle, Dandelion. Benefit. Вначале я хотела взять Mary Lou, да, вот этот, который в Duty Free стоит буквально там $15, наверное, но его не было в Риме. Becca не было. Еще такой хороший, не помню, какой-то еще Makeup Forever или нет, еще какой-то Becca, вот еще очень такой
знаменитый и очень качественный продукт косметический. Какая же, ну, не помню, тоже не было. Ну ладно, Benefit. Милая коробочка. На магнитике. Зеркальце. Юзабельное, да, то есть можно им пользоваться. Картонная коробочка. Вот такая кисточка на деревянном. С деревянной ручкой. Кисточка не хорошая, жесткая, неприятная. Я не взяла с собой, не взяла. Я положила вот такую более мягкую, более намного мягче кисточку от хайлайтера. У меня есть Yves Saint Laurent, но он очень розовый, с блестками, я им вообще не пользуюсь. Им много лет, и он вот цельный, лежит себе и все. Вот такой кисточкой. Цвет. Цвет называет номер, так, сейчас я вам скажу, если скажу. Это серия с одуванчиком. Я потом прочитала после того, как купила. А какой же тут, или он, нет, наверное, в одном цвете идет. Так, подождите, мы хорошие. Не вижу. И самое интересное, да, что это же американский продукт, а вот здесь написано Made in Italy, да, то есть вот в Италии сделан Benefit этот. Очень приятный запах, мне нравится. Я почитала отзывы, некоторым не нравится этот запах, а мне очень нравится. Очень приятный. Вообще. И мягкая текстура. Я уже не буду делать сводчи, мы же с вами не косметические. Вот, видите. Что я хочу сказать. Это для тех, девочки, кто хочет деликатное свечение. То есть это не то, что называется, вас будет видно из космоса. Но он очень деликатный. И я считаю, что когда кожа загоревшая, он вообще будет идеальный. Плюс, вот если кто-то не делает ежедневный такой мейкап, как сказать, яркий, да, очень такой насыщенный, вот такой хайлайтер будет именно в тему. Потому что, согласитесь, когда у нас не накрашены сильно глаза, там не выделены скулы и так далее, и вдруг вот тут этот искусственный блеск, это как-то не очень. Но если вы любительница хайлайтера очень сильного, это вам не подойдет. Если вы любите деликатный макияж, легкое свечение, если вы планируете загорать, этот очень будет кстати. Это уже даже не мой отзыв. Опять же таки, конечно, основываясь на том, нравится он мне или нет, я сейчас говорю об этом продукте, но также я почитала отзывы девочек, ну, которые, скажем так, любят косметику, интересуются и сравнивают. Там тоже вот об этом рассказывали, что это для деликатного свечения. Но оно очень красивое свечение, и он не уходит, он хорошо лежит на коже. Что я хотела еще сказать про этот продукт. Вам, мои хорошие, что вначале, да, вначале я, может быть, хотела более свечения, потом немножечко потестив и поняв, что, изменив, главное, изменив вот эту вот кисточку, которая, ну, как-то совсем она... Продукт достаточно пыльный, с этой кистью тем более. А вот здесь уже нет, как-то он вот на эту липнет, на эту кисточку хорошо. И вы знаете, сменив эту кисть на эту, распробовав, мне нравится. Вот, поэтому я могу советовать. И плюс очень такие милые у них упаковочки. Вот, единственное, не могу вам про цвет сказать. Ну, может быть, там их и два было, а может всего лишь этот вот. Нет, девочки, наверное, он был один. Он был один. Так. Nude Pink Powder Highlighter and Luminizer. Так что вот. Nude Pink Powder. Наверное, вот этот имеется в виду нюдовый розовый, да, пудровый. Вот. Ну, посмотрите, какая прелесть. Если бы я была, слава богу, что я не косметический маньяк, я бы, наверное, вот, я же часто езжу, да, путешествую, и я бы, наверное, скупала бы такую красоту. Но слава богу, что у меня нет вот этой зависимости. Так, мои хорошие, а сейчас я вам покажу вещи, которые были приобретены в последнее время. Первое, это вот такая баечка, свитшот белоснежного цвета. Мне нужно постирать, я вижу немножечко здесь, и вы, наверное, будете видеть, может быть, тональный или что. Ну, уже извиняйте за это. Белоснежного цвета, чистый хлопочек.
Здесь, смотрите, рукавчики, такая обработка, как сказать, такая как обрезана, да, просто вот как будто обрезали и все. Также по низу мне нравится вот эта такая легкая небрежность. И самое, конечно же, красивое, что на белом таком фоне идет Be Happy. А в таких цветах, которые, ну, мне кажется, подойдут любому цветотипу, и блондинки, и брюнетки. Вот мне понравилась очень эта баечка. Она хлопковая, как я уже сказала, достаточно легкая. И при этом модель мне нравится. Она распашонкой сделана. Я надевала ее на Сицилии. Вот сейчас купил мне муж в баре. Вот зашли в магазин. Он меня любит больше, конечно же, в красивых женственных платьях. Какой-то такой свет желтоватый. На каблуках. Но и поэтому здесь он так улыбался, когда я мерила. Но сказал, давай берем. Я люблю модные вещи. Я, конечно же, люблю и платья элегантные, и каблук. Но также я всегда любила что-то такое, знаете, casual, но не спортивное, а спортшик. Вот. Особенно в последнее время, потому что это удобно. И, ну, потому что это, знаете, когда... Не всегда же мы надеваем каблук и шпильку. До 30 лет, да. После 30 я стала это делать реже. А сегодня я это делаю... высокую шпильку только на выход. Вот, благо сейчас классно, что в моде Kitten Heel, вот этот маленький каблучок. Вот, у меня, конечно же, желание есть купить, возможно, какой-то вот каблучок Kitten, еще один. Вот, понравились они мне, очень удобно. Может быть, вот в июле будут скидки, и может быть, какую Prada или что-то. А может быть и нет, не знаю, посмотрю. Я не люблю захламляться, посмотрим. Посмотрим. Моя вещь меня всегда будет ждать. Вот, вернемся к этой баечке. И рукавки нравятся, что он вот здесь до локтя. Что я говорила? Так как она распашонкой, на Сицилии я надевала. И вы знаете, даже когда жарко, ну, ветерок, да, на остров Сицилия, там вот в мае, апреле, ветерок-то даже и летом ветерок бывает, хотя бывает стоит жуткая жара, но ветерок присутствует, это остров, он обдуваем, да, и вот сюда заходит ветер, и вы, ну, жары не чувствуете, ну, по крайней мере, в 23, в 25 нет, конечно, в 30 такое не надеть, но очень носибельная вещь, очень яркая и какой-то такой желтый свет странный, мало света, что ли, я выставила, не знаю, мне нравится. Так, следующее, что я скажу, покажу вам, это будут брюки. Я вставлю вам вещи, я не меряю, вы знаете, я видео снимаю такие больше, да, как сказать, ламповые, что ли, то есть непрофессиональные. Но я вставлю фотографии, которые я делаю для Инстаграм, и там будут и то, что я вам покажу, вещи. Так. Следующее, тоже было приобретено в этом магазине, это, кстати, фирма Dixie. Это флорентийская фирма. Вот это, ну, скажем так, подарок супруга. И еще раз повторюсь, вторую вещь, которую вы сейчас увидите. Он вообще долго смеялся и подшучивал даже, что надо купить такое моей маме, чтобы она ходила в таких брюках в магазин. Он у меня такой шутник. Вот, говорил, теще купим это, смотрите. Я вставлю фотографию. Буквально сейчас вы можете видеть эти брюки. Высокая посадка. Цвет хаки. Плотный хлопок. Два кармашка сзади. Так, имитация кармашка сзади. И вот такие лампасы. Смотрите, какая плотная ткань. Модель называется Палаццо. Палаццо значит дворец. То есть это брюки-юбка, можно сказать. Высокая посадка. И от бедра они широкие. Посмотрите, какие они широкие. Какие они широкие. И когда они сели, как вот просто идеально сели. Идеально, идеально, идеально. Мне очень комфортно. Но когда я их надела, супруг долго улыбался. А эти продавщицы, комессы по-итальянски, прям так начали
как он говорит, вот, ладно, это мы оставим эту историю на болталку. В общем, комплиментами стали одаривать и так далее. Мне очень нравится качество, конечно, модель, и мне нравится вот эта полоска, да, сейчас этот лампасы эти в моде, но они все время либо белые, либо красные. Здесь идеально подобраны вот два цвета. Роза, розовый такой барбишный, и здесь, знаете, какой беж. И беж. Необычные. Я когда мерила, я была еще в сникерсах, у меня такие сникерсы, тоже роза, пыльная роза, как-то вот такой цвет, ну, кто смотрит, тот знает. Летом прошлым я купила, вот, Gucci сникерсы. И просто вот они прям идеально подошли. И с этой байкой. Почему? Потому что посмотрите, как тоже. Посмотрите, девчонки, как подходит, да? Они же в зеленом цвете. Здесь happy написано в зеленом. Здесь розовый лампас и би в розовом. Причем я говорю, что ни я, ни продавцы, да, они не подбирали. Вот я увидела вначале это, а дальше я просто увидела брюки, потому что мне захотелось такую модель. И просто они сошлись. Так, привет, собачка, еще раз. Это вот это. Напишите, кстати, нравятся ли вам такие модели брюк, надевать ли. Я понимаю, что они, конечно, идут не всем. Эти модели идут, ну, нужно быть достаточно высокого роста, да. И, конечно, желательно, чем худее, тем они, ну, сидят красивее, да. И сейчас я вам покажу две вещи, которые, ну, у меня будут фаворитами этого лета. Это однозначно, девочки. Вставлю я фотографию, наверное, нет, потому что я надену это платье, наверное, на Софин день рождения впервые. Штаны и баечка Dixie. Я сказала, что это флорентийская марка, Флоренция, бренд. Так, почему, когда я начинаю снимать видео, собака аккомпанирует? Так, а вот, девочки, посмотрите на эту прелесть. Посмотрите на это платье из тюля с вышивкой из Ришелье. Сейчас буду вам рассказывать поближе, более ASMR-ней. Эта фирма называется Imperial Fashion. Я с ней познакомилась 1.5 года назад, я не знала. Они делают очень модные вещи, красивые, модные и хорошая ценовая политика. То есть они, конечно, дороже за H&M, но они не супер дорогие. Значит, смотрите, девочки, когда я его увидела в баре, опять же, мы гуляли с мужем и зашли в магазин, конечно, оно мне очень понравилось, потому что 1.5 года назад зимой я видела примерно такое же платье, тоже из тюля, но это была зима, и как-то я не видела себя в платье из тюля. Но в баре я решила его не брать, все равно я знала, что я через месяц поеду на Сицилию, хотя Imperial магазины там только в торговых центрах. В торговые центры я езжу крайне редко. А вот, ну я, как обычно, сказала себе, если платье мое, оно будет моим. Была очень интересная такая маленькая тоже предыстория. Давайте я про него покажу. На бежевом фоне вышивка голубая, красная, розовая, желтоватая. Это у нас кружево. По-моему, это Ришелье называется, да? Здесь отрез по груди. Кстати, представьте, я взяла в груди L. Именно этот бренд, он вот идет, по-моему, 95 в груди, или даже 94, это уже L, если я не ошибаюсь. Вот могу ошибаться. Ну, в общем, M-очка, это, по-моему, 90, да? Хотя 90 это S-ка обычно. Здесь такой замочек. Так. Здесь оно вот идет, да, отрез вот так. Поясок, который вы можете связать либо сзади, либо сбоку, как хотите. И вот здесь мне нравится, что оно такое свободное. В общем, такое. Вот я говорила, значит, что в баре я не взяла его. В Италии магазинов, там, на Сицилии, где я, таких магазинов нету, именно этого бренда. Я, по крайней мере, не знала. Сейчас расскажу. Таурмина, город, в котором есть, в принципе, ну,
большинство брендов, потому что это такой туристический городок. Там есть, вы найдете и Prada, и Dolce & Gabbana, и Max Mara, и много чего. Вот, ну, из дорогого и модного. А вот эти марки Imperial, Dixie, они, как вы видите, и такие вот необычные, да, такие фэшн. И есть маленькие мультибрендовые магазинчики. И значит, утром я проснулась как-то и думаю, Софии надо платье купить на день рождения, хорошо. Что же я одену? Хочу новое платье на день рождения к дочке. Будет 5 лет, да, буквально, вот 6 июня. Что же делать? И тут я вспоминаю, вот у меня вот прям с этими покупками все на уровне вот такой вот телепатии, как, впрочем, все у меня в этой жизни на уровне интуиции, какой-то телепатии, необдуманных каких-то покупок. Вот правда, ну, не было в моей жизни необдуманных покупок. Ну, не припомню я. Если припомню, расскажу. И я лежу и думаю, вот бы то платье, которое я видела в городе Бари, а Imperial нету. Ехать в Катании нету Imperial, в торговом центре за Катанией, в общем, просить кого-то и тратить полдня ехать. Я не хочу, я не люблю делать шопинг с друзьями, чтобы около меня кто-то был. Проблемы, чтобы меня отвезти, никакой нету. Вот, автомобиль я на Сицилии не вожу, по крайней мере, пока. Вот, ну, а общественным транспортом туда я не хотела ехать. В общем, ну, думаю, вот бы такое платье. В этот день я поехала в Тармину. Гуляю по Тармине, захожу в магазинчик такой маленький, в котором мультибренды, в котором когда-то я жакет купила очень красивый. Кстати, сегодня я увидела, что это тоже Dixie. И дальше захожу и вижу Dixie платье, ничего себе. И тут я вижу вот это платье. Ого, думаю я, значит, оно меня ждет. Но вы знаете, МК, как я уже сказала, по груди 90. Мне просто не продохнуться. Бедра, все отлично, а в груди невозможно. И продавец говорит мне, есть магазин, именно вот все Imperial и Dixie, потому что, как я понимаю, это один бренд такой, если я не ошибаюсь, по-моему, да, они мне так сказали, в городе, который находится в 20 минутах езды на автомобиле от того места, где я живу. Городок называется Джарре. Прямо вот магазин только вот этого Imperial. И все, я позвонила. Вначале они не подняли, я такая подумала, поеду, мое платье не поеду, не мое, я вот всегда так делаю. Потом я на следующий день еще раз позвонила, потому что записала номер модели, и мне сказали, да, есть Уэльки. Приехала, померила, по груди села идеально, и, естественно, я его забрала. Вот такое платье, мне кажется, оно просто бесподобно. Подписывайтесь на Инстаграм. Сичильяна 3 пятерочки на основной странице канала. И, кто не знает, есть значок, посмотрите, подписывайтесь. Я обязательно выложу фотографию в этом платье. Вот, конечно, когда будет загар, оно будет просто бесподобно, потому что вот эти нюдовые тона, разбавленные вот этой яркой вышивкой, правда? Посмотрите, девчонки, как еще серьги сюда эти подходят, клипсы голубые. Очень подходят. Вот, напишите, понравилось ли вам это платье. И вообще, видите ли, вещи вот с вышивкой. Я обожаю кружево, вышивку. И теперь, выходя из магазина, вдруг, как всегда, опс, и Оксана остановила взгляд еще на одной вещи. Хотя перед тем, как померить это платье, я прошлась по всему магазину, потому что примерочные были заняты, и минут 10 я ждала. И тут мой взгляд падает вот на такую прекрасную вещицу, вот на такой топ. Впереди декольте, а сзади вот такая голая спина. Ну, не голая, а такой вот эллипс, как он правильно, и с большими такими выточками, и с такими вот этими крылышками, и тоже вот в таком цвете, который тоже, да, ну, так же, как платье практически, они немножко могут чуть-чуть, наверное, отличаются. И здесь вот так талия подчеркнута, и здесь такая вот баска, да, девочки, ну разве я могла пройти? И это уже эмочка, то есть насколько разная посадка, да, у вещи эмка, да, а это уже эмочка. И вот, то есть там элька не сидит в груди из-за того, что вот он фасон такой вот он обрезной, а здесь вот из-за того, что декольте, все отлично. И, конечно же, еще вот эта вещица стала моей. Она будет красива, конечно, с юбочками зауженными.
с джинсами, с брючками, из пиццо, с кружева и с многими другими вещами нужно только найти. Вот такие, девчонки, покупки были последние 2 месяца. Напишите, что вам больше всего понравилось. Есть еще одни брючки, я вам тоже покажу. Но я их покупала, по-моему, даже до Нового года, но вам не показывала. Я их хорошо сейчас вот ношу, потому что когда 20 градусов, до 20, наверное, 3, они прекрасны. С 17, ну, 16 до 23 они прекрасны. Это тоже такие вот струящиеся брюки из бархата, но выпад тоже широкий, но они укороченные. Посмотрите на качество, девочки, этого бархата. Посмотрите, какой он, видно. Камера передает, что он как будто весь не просто вот однотонный, знаете, такой вот дешевая ткань. Посмотрите, он как он прям пан-бархат. Есть разница, вы, наверное, знаете, пан-бархат и бархат. Вот. И вот он мягкий, он просто вот он так, как вот как шелк, но это не шелк, да. И вот такие брючки на резиночке в темно-синем цвете. Я тоже ставлю фотографию. Но это у меня такие не на выход брюки, хотя они, согласитесь, очень бархат, вот, казалось бы, более вечерний вариант, да. А я их вот днем ношу. И даже с сандалиями не с открытыми. И очень стильно смотрится. Из-за того, что они короткие, они вот классно днем смотрятся. Но если сюда надеть шпильку или вот эти вот с открытой пяточкой, что я вам в прошлом видео показывала, туфельки на Kitten Heel, то они, конечно, приобретают уже вечерний такой вариант. Ну вот, мои хорошие, это все покупки, которые я вам хотела показать. В июле месяце я вам покажу, да, думаю, такой неплохой хол. Вот, прикуплю чего-то нового и сниму. И, наверное, я сниму вам магазин обуви летней, босоножечки. Я думаю, вам будет интересно. Спасибо большое вам еще раз за ваши комментарии. Всем хороших выходных. Бачи-абрачи. Спасибо за ваши пальчики вверх. С вами была ваша Дольче Вита. Увидимся скоро. Чао. Эграция.